Посол Турции в Молдове Мехмет Селим Картал и координатор турецкого агентства ТИКА Атила Джем Карамолаоглу с рабочим визитом посетили Гагаузскую автономию. В рамках программы они ознакомились с ходом ремонтных работ в здании исполкома, процессом технического переоснащения общественной телерадиокомпании ГРТ, куда были вложены средства Республики Турция, и провели ряд встреч в Чадырлунге. Gelmişken tabii Çadırlunga'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanıyla da ve üyeleriyle de Посетив Чадырлунгу, решили встретиться с руководством Торгово-промышленной палаты. Мы надеемся содействовать развитию экономики Гагаузии, привлечь сюда как можно больше инвестиций и надеюсь, что наши намерения получат продолжение. Daha çok yatırım nasıl çekilecek? Bunları görüşüyoruz. Bu konuda tabii çalışmalarımız sürecektir. Турецкое правительство будет помогать исполкому Гагаузии разрабатывать новый стратегический план развития Гагаузии. Нам надо найти себе партнеров из-за рубежа, в частности турецких бизнесменов, с которыми можно было бы заниматься выращиванием, скажем, многолетних насаждений. Мы всегда ищем в лице турецкой стороны не помощь в виде финансов, как все, дайте нам деньги. Нет, мы ищем именно людей, бизнес-людей, кто в бизнесе, то есть, чтобы создать совместные предприятия. В Чадырлунской школе-интернат руководитель учебного заведения попросила у турецкой стороны содействия в реализации проектов по созданию социальных центров для детей. На базе нашей школы-интернат мы хотим открыть образовательный центр временного содержания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, доверие. На базе вот этого, в рамках этого центра будет дошкольное отделение, гимназическое отделение по семейному типу, по гендерному типу, постгимназическое образование, профессиональных навыков, значит, дальше центр психологической экстренной помощи. Вот. Сегодня вы видели, что они приехали с подарками для наших детей. Учитывая то, что здесь находится посол Турции и координатор ТИКИ, агентства турецкого, мы надеемся, что в школе-интернате, скажем, можно будет реализовать некоторые проекты в плане улучшения его инфраструктуры. Спортивные костюмы, которые дети получили от Ассоциации предпринимателей Турции в Молдове, пришлись воспитанникам Чадырлунской школы-интернат по душе. Они нам в подарки подарили спортивные костюмы, и большое им за это спасибо. Я хочу сказать им спасибо, что они принесли подарки, много подарков. Я им хочу спасибо говорить за то, что они сделали для нас все. Я им желаю счастья, здоровья, чтобы они всегда были здоровы и никогда не болели. Строительство стадиона в Чадырлунге тоже не обошлось без участия турецкого агентства ТИКА в Молдове. В этот проект, кроме основных финансов местного спонсора Григория Кадын, турецкое агентство также вложило свои средства. У нас еще не завершены дренажные работы, мероприятия по благоустройству. Думаю, что уже к августу мы все работы завершим. Представительство турецкого агентства ТИКА в Молдове осуществляет свою деятельность с 1994 года. За это время был реализован ряд проектов общей стоимостью более 16 миллионов долларов.